Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта inetcom.ru. Все мы помним, что в предыдущих версиях Windows за смену раскладки клавиатуры отвечали клавиши Alt плюс Shift. То есть одновременное нажатие этих двух клавиш сменяло раскладку клавиатуры с русского на английский. И наоборот. В новейших версиях системы Windows 8 и 10 изменить раскладку клавиатуры также можно этой комбинацией. Но еще появился и другой способ. Давайте его рассмотрим. Теперь поменять раскладку клавиатуры Windows 8 или 10 можно и с сочетанием клавиш Win плюс пробел. То есть зажимаем клавишу Win и один раз ударяем по пробелу. Тут же в правой части экрана появляется новая панель, где отображаются раскладки клавиатуры. Пользователи, которые перешли на этот способ смены раскладки клавиатуры в Windows 8 и 10, очень хорошо отзываются об этой новой функции. Они говорят, что уже через пару недель так сильно привыкаешь, что старое сочетание клавиш уже кажется немного неудобным. Итак, чтобы изменить раскладку клавиатуры в Windows 8 и 10, теперь можно использовать еще и сочетание клавиш Win плюс пробел. Напомню, что клавиша Win расположена между Alt и Ctrl. Также я не могу не упомянуть очень удобную программу под названием Punto Switcher, главной функцией которой является автоматическое переключение раскладки клавиатуры в нужных вам случаях. То есть, используя эту программу, у вас уже не получится случайно написать русский текст в английской раскладке. А еще в программе Punto Switcher можно настроить переключение раскладки клавиатуры с английского на русский и наоборот всего лишь одним нажатием клавиши Ctrl. Я так сделал, и теперь, когда мне нужно изменить раскладку, я просто жму один раз Ctrl и продолжаю печатать текст. Если вас это заинтересовало, то установите Punto Switcher, зайдите в настройки и включите эту удобную функцию. Это делается на вкладке «Общие». Там в разделе «Переключение раскладки» поставьте галочку и убедитесь, что выбран пункт «Переключать по левому контуру». Потом сохранитесь, нажав «Ок». На этом все. Желаю удачи!